Здесь присутствуют люди, должности, которые на виду, и работу которых я очень хорошо знаю. И направление деятельности каждого из вас я очень хорошо знаю, потому что они имеют очень важное значение для нашего государства, для нашей страны. И хотелось бы, чтобы мы здесь не ошиблись. Конечно, уход из администрации президента, человека, который хорошо знает работу правительства, практическую работу в области поработал, это будет на первых порах, по крайней мере, потеря приличная. Я даю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет. У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все. Китай – это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китая открыл для нас настолько, насколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал это направление, очень хорошо его знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат. Я думаю, что на следующей неделе вы еще серьезно поработаете у нас в администрации. Конечно. Мы с вами еще переговорим. Я обещал, что встретимся, вы изложите свою позицию о работе в Китае. Может, какие-то вопросы ко мне будут. То есть мы на следующей неделе обсудим все вопросы, когда вы проанализируете ситуацию на китайском направлении. Очень важные задачи стоят у нас по развитию отношений с этой очень дружественной для нас страной, гигантской страной. Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время очень правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, каким он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать, упиваться своими успехами нельзя. Надо работать и очень серьезно работать. Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Европейский Союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения, но это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства. Для нас очень важно с экспортоориентированной экономикой. Главное – это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное у нас в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами, той же России, Евросоюзом и США, у нас это есть. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, на прочную основу найти.